В Одинцовском округе за этот год планируют отремонтировать 106 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 70,5 километров и площадью 419 тысяч квадратных метров. Уже на начало августа были завершены работы на 29 участках. Уложено более 164 тысяч квадратных метров асфальта. Наиболее значительные объемы выполнены в Ромашкове и Одинцове, на улицах Неделино, Молодежной и Красногорском шоссе.